Так, ребята, всем громкость уведомления процентов 0. Короче, у меня была такая проблема, почему не подключается телевизор к Ютубу. Обычно как вот с функцией транслировать. Когда я подключаю телевизор к Ютубу на планшете у себя, он подключается. А как и я смотрю Ютуб, а на телефоне он не подключается. Сейчас мы будем с вами решать, в чем такая проблема. Может быть. Ручка, блин, острая, вообще непонятно. Опа. Так. Опа. Так. Так, сейчас мы будем с вами решать, что тут. Так, давайте. Сейчас я буду разбираться. Включаем. Устройство разблокировано. Так, показан элемент возьму. 1, всего элементов вот 1. Вот так вот. Меню. YouTube. Открываем YouTube. Так, это вот отпечаток. Может быть, тут. Вот, вот этим вот местом, когда вот так вот вы можете быть аккуратно. Показаны элементы с 1 по 5, всего элементов. Заходим в YouTube. Кнопка трансляции. Показан элемент вот один. Он нашел элементов один. Устройство. LG. Нажимаю. И вот почему-то. Куда? И вот. Сейчас будем смотреть. А вот и он и подключился телевизор, потому что. Мы с вами. Я стал ассистентом младшего брата на 24 часа. Мы с вами сделали. Не дают загрузить. YouTube, он же вот подключился. Коснитесь дважды, чтобы активировать. Вот загрузился же, походу. Понравившийся. Не удается загрузить что? Все удается загрузить. Минут 30. Просто 10 минут 9 не секунд. Понимаешь, что за такое. 4. Так. 5, 13 минут. Пробую. Так, сейчас. 4, 7. 7 минут. 5, 3. Пробую. Не, все работает нормально. Так. Нажимаем. Такую кнопочку я сейчас. Закрыть все. Подключение. А, тут подключение еще идет. Не удается загрузить, в смысле? Показана кнопка трансляции. Устройство отключено. Что-то идет подключение. Не удается загрузить. Не удается загрузить, человек. Ну да. Видео кнопка. Шокирует контентом. Звезды в глаз. Шокирует. Сейчас отключу. Кнопка транслировать на транслятор. LG Uibus TV UN 70006. Шокиру. Кнопка транслитра. LG YouTube. Кнопка трансляции. Устройство отключено. Косните. Транслировать на. Пока. LG YouTube. Экран. Короче, мы не можем решить, что за проблема с этим. Экран выключен. Ну ладно. Потом мы. Остановить.